На реке Сухая Московка в районе Дубовой рощи гибнет рыба. Об этом сообщили пользователи социальных сетей и наши телезрители. На берегу десятки мертвых рыбин в кучах мусора. Местные рыбаки пеняют на загрязненность водоема. Там мусора, это ужас. И рыба дохлая, да. А как думаете, вот как рыбак, что могли с ней сделать? Это выброс какой-то или удочка ее электрическая? Ну, удочкой. Какой-то выброс. Впрочем, в соцсети поговаривают и о браконьерах с электроудочками. Ведь на водоеме в Дубовой роще, который сообщается с Московкой, такой проблемы нет. Будь вода в реке отравлена, рыба гибла бы и в парке.